Турецкие власти заявляют, что задержали еще 4 человек, подозреваемых в причастности к произошедшему в прошлые выходные двойному теракту в городе Рейханлы. Таким образом, общее число арестованных по этому делу увеличилось до 17. Тем временем здесь продолжались волнения, которые нередко перерастали в стычки с полицией. Местные жители выражают возмущение политикой правительства, которое, по их мнению, излишне вовлечено в сирийский конфликт и не способно обеспечить безопасность граждан. За последние 2 года в Турцию бежали тысячи сирийцев, среди которых, как здесь считают, оказались и преступные элементы. Сирийские повстанцы запросто переходят границу, а с ними контрабандисты и кто угодно. У нас больше нет границы. Это очень опасная ситуация для Антакии. Мы пришли сюда, чтобы проявить братство и солидарность. В этом наш народ проявляет единство. Христиане, алавиты, сунниты и армяне – все проявляют единство. Акции протеста прошли также в Анкаре и других турецких городах. По официальным данным, в теракте погиб 51 человек и 150 получили ранения. При этом, по утверждениям ряда местных СМИ, число погибших достигает 200. Анкара обвиняет в организации взрывов сирийские спецслужбы. Между тем, Дамаск отрицает какую-либо причастность к этому теракту.